Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня у нас в студии говенье сладкое, либо конфетное дерево. Конфеты, конечно, на ней не растут, но растут съедобные плодоножки. По вкусу чем-то напоминающие изюм. Ну, наверное, да, ближе всего к изюму. Достаточно прикольное. Дерево, вот я решил себе посадить. Покупал много семян. Не помню, сколько семян было при продаже, но в итоге проросло всего лишь два. Помню, что в районе около 100 семян покупал, но выросло всего лишь два. Посмотрим, там еще у меня вазончики лежат, посмотрим, может пробьются. А вот это уже где-то сантиметров 30 растения, то есть уже достаточно серьезное. Посмотрим, как будет зимовать, как отзимует, а так вот все отлично. Так что говенье сладкое у нас растет и развивается. Всем спасибо и желаем удачи.